Всем привет! Сегодня хочу рассказать немножечко о том, как сделать черный крем для покрытия, не используя при этом красители, либо если использовать, то очень мало. Этот крем получается очень красивый, такой и глянцевый, и матовый одновременно, я даже не знаю, как правильно объяснить. Но делается он довольно просто. Для начала я отвешиваю шоколад. У меня в этот раз шоколад здесь не очень черный, потому что тортик для детей. Но если вам нужен хороший насыщенный черный цвет, берите 72% шоколад черный. И теперь буду отвешивать какао. Но какао не обычное, а какао черное. Опять же, у кого для взрослых обычный тортик, используйте 50 грамм черного какао. У меня это тортик для деток, потому у меня здесь всего лишь там 28-30 грамм какао. Добавляю сюда, у меня оставалось немножечко сгущенки, можно в принципе обойтись и без нее. Просто положите немножечко больше сахара и по итогу добавьте чуть-чуть больше молока. То есть сейчас вы видите, я сгущенку и сахар добавляю к какао. Чтобы у нас хорошо перетерлись, не было никаких у нас комочков. И тогда потихонечку начинаем подливать молоко. Молоко подливаем порционно, опять же, для того, чтобы у нас не стало там никаких комочков. И регулируем консистенцию. Нам не нужно получить жидкий кисель. У нас такая должна быть получиться консистенция, как сметана. Поэтому сильно много жидкости не нужно добавлять. Выключаю огонь и добавляю сюда шоколад. От температуры нашего черного какао шоколад прекрасно растворится. Теперь можно добавить сюда уже творог. Если у вас масса еще горячая, то добавляйте творог из холодильника. Если у вас эта масса уже постояла и остыла, то и творог должен быть тоже комнатной температуры. Потому что мы будем все это добро добавлять к маслу, чтобы оно у нас не потекло от температуры. Пробиваем шоколад вместе с какао, со всем вот этим и с творогом. Погружным блендером для избавления всяких крупин. И параллельно начинаю взбивать масло сахарной пудрой. Масло взбиваю до момента хорошего посветления и увеличения в объеме. Вы видите, вот оно увеличилось у меня в объеме и посветлело. Теперь добавляю масло к моей творожно-шоколадной массе. Аккуратненько перемешиваю лопаткой. Если лопатка плохо смешивается, можно будет немножечко пройтись миксером, но на очень медленных оборотах, чтобы масса у нас не успела расслоиться. На этом этапе, если у вас масса получилась недостаточно черная, можно добавить пару капель какого-нибудь хорошо растворимого красителя черного. Но и так масса получается достаточно черной. Вот такой вот красивый крем у нас получается. Я в этот раз украшала ним детский тортик. Уверена, что у вас все получится. Удачной вам выпечки. Не забывайте поставить палец вверх. Надеюсь, это видео все-таки полезное для вас. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.